5 та 6 травня в Київському ФОЦі проходили відкрите всеукраїнське змагання зі стрибків на батуті пам'яті героїв Чорнобиля. Змагання пройшли у 4 вікових групах. Наймолодші виступали напередодні. У нас вийшло 4 возрастні групи. З учетом того, що в цьому році дітей тільки набрали, і многие дети, сказать, ну, первый раз, и затягивает время с учетом этого положения, что может прозвучать сирена, воздушная тревога. Поэтому малыши, вот эти 2015 год и моложе, привели вчера, в день опробования. А ось три інші потоки выступали зранку 5 травня. Традиційна розмінка на початку, і ми покажемо вам виступи призерів змагань. Третье место занимает Шемякин Кирилл. Второе место Латай Иван. И первое место занял Касат Семен. Далее найкращі виступи дівчат 2013-2014 років народження. Заняла Царых Мария. Второе место Дениченко Даша. Первое место Аларова Ксения. И за волю до перемоги нагороду отримала. Рождается Хизрия Мария. Ты молодец, ты выполнила, удивила всех, что ты выпала второй разряд. Ось вони перші призери всеукраїнських змагань пам'яті героїв Чорнобиля. Турнір продовжує спортсмени 2011-2012 років. І поки спортсмени проводили розмінку, ми поспілкувалися з вихованцем КДЮ США, переможцем чемпіонату Європи, а нині новим тренером КДЮ США Євгеном Дьокою. Повертатися в рідний зал – це завжди приємно. Ну, вже якби в якості тренера продовжуємо цей вид спорту, будемо розвивати, трошки будемо заміняти Володимира Константиновича. Щось з минулого ти пам'ятаєш, що, чи найкращі твої досягнення, які ти назавжди вже запам'ятаєш, бо ти вже не діючий спортсмен, я так розумію, так? Ну, так, да, вже закінчив спортом, трошки травми були, трошки, можна сказати, напригався вже. Ну, виходить, мабуть, самі запам'ятовані
Це, ну, я пам'ятаю перші мої змагання. От так же, як зараз дітки виступають, дуже юні, да, 5-6 років. Оце я пам'ятаю на все життя. Ну і, мабуть, чемпіон Європи теж. Став чемпіоном, запам'ятав. Коли прапор підіймається України, це теж дорого стоїть. Ну, ти ж Дюсалей виступав, по-моєму, в цирку, да? Так, 5 років відпригав цирки Дюсалей. Трошки інші дисципліни, там підкидна доска, стіна батут. Ну, маю опит різний. Тобто тобі є чого розповісти юним спортсменам, так? Ну, так, да, буду старатися передавати опит. Це незамінний опит, як коли ти пройшов через це все і доносиш. Будемо пробувати. А як вони до тебе відносяться? З поваги? Ну, вони ще застали нас як діючих. Да, діючих спортсменів, і тому у нас таке спілкування тренерське, дружнє тренерське, можна сказати, навіть як спортивне. Да. Я можу щось зайти, показати на батут, вони подивляться, вони мені покажуть. Ну так. Такі ти теж працює. На батут заходиш ще? Ну, звісно, так. Це ж а не страшно? Як велосипед. Да, не забувається. Колись навчився, то вже і будеш. Да? Ну, так, да, так. Да, да. Ну, дякую тобі, не будемо відвикати. Да. Бо ти зараз ще і суддя, я так розумію. Так, да, суддим змагання. І знову до вашої уваги виступи найкращих в своїх вікових категоріях на змаганнях. Награждаются за третье место Шавковый Стас. Второе место Гуляев Илья. Первое место Артеменко Максим. Первое место Цибрянко Мария. У складі команд вихованців 2009-2010 років народження в основному були дівчата. Тому єдиний хлопець Діма, який виступав у цей день, став переможцем змагань з першої спроби. Серед дівчат у старшій групі була запекла боротьба. По одному підходу кожної учасниці ми покажемо прямо зараз. Стрибки складні і всі гідні перемоги.
далі, на жаль, реалії військового життя. Щойно закінчився останній стрибок і пролунала сирена. І о переможцях можна буде розповідати лише увечері. А поки спортсмени йшли в укриття, ми поспілкувалися з головним тренером, заслуженим тренером України Володимиром Константиновичем Савєлєвим. Ми підбили підсумки цього турніру та згадали про чемпіонат України, який проходив у Києві зовсім недавно. Рівень, в принципі, з учету от наших соревновань, звісно, упав в технічних цих елементах. Чому? Тому що сказався ковід, сказалось вот это воєнне положення, тому що ми з прошлого року, з февраля місяця, ми до літа не тренувалися, нас не пускали в зали. Ну і з учету того, що ми вже прийшли в сентябрі в зал, вот, діти маленько підготувались. Да, вже десь процентів 80-90, ми їх сказати. Это. Ну і перед цими всеукраїнським соревнованням нашим чернобильським пройшов чемпіонат України, теж серед возрастних груп в місті Києві. Ну і з учету того, що ті діти, які у нас остались, тому що багато дітей уїхало, от, виступала команда мальчиков от, з учетом 2012-2011 год. Команда мальчиков стала чемпіонами. Биков Макар став чемпіоном України серед возрастних груп. Гуляєв Ілля став вторим. От, команда дівчат уже більш старший возраст, 2011-2012 года рождения, вони стали третьими. Ну, с учетом того, что время было такое тяжело в подготовке, мы, конечно, были довольны этими нашими выступлениями. Ну, планы у нас, конечно, грандиозные, готовить, как всегда, детей. Вы знаете, что Славутич всегда на слуху. Вот, мы всегда возвращаемся с медалями. Ну и в этот раз, конечно, мы привезли, сколько и так, 10 или 11 точно медалей, да, я уж так сказать. Потому что у нас Арсентий Кравец занял второе место и еще где-то, да, две медали. Ну и так получилось, что количество медалей у нас, сказать, не снижаемые свои темпы. Ну а так, планы на лето детей не отпускать далеко от себя, готовить их. Учить новые элементы, потому что, вот смотрите, как это все быстро идет. 9 лет первый взрослый разряд, 10 лет кандидат один, 12 лет, 13-14 уже должны мастера прыгать. Вот, поэтому у нас вот сейчас вот возрастная группа 2009 и 2010 год уже прыгают по мастерам, а на следующий год уже будет 11-12 по мастерам прыгать. Поэтому наша задача за лето их научить этим сложным элементам и уже готовимся с перспективы на будущее программу мастеров в сборную команду Славутича. Ну, она считается сборной командой Киевской области. Да. Ну и потом у нас те дети, которые сказать, заканчивают школу, учебу, уходят в другие города, могут попасть и в сборную Украины, если они будут продолжать тренироваться, потому что у нас в этом году уходит три мастера спорта, вот, выпускники. Ну, поэтому так. Будем наращивать. Да, наращиваем темпы, конечно. Ну, с учетом, видите, как дети много разъехались, конечно, это проблемно будет, если они потом вернутся, подогнать их, подучить. Но мы уже делаем, я вот делаю, выбираю сейчас детей, те, которые не приходили в детскую спортивную школу, а пришли в зал желающие. Уже три мальчика 2012 года, я их подготовил за три месяца, они уже прыгают второй взрослый. Я думаю, что за лето они могут прыгать первый взрослый разряд. Ну и перспективы есть, что они могут где-то к 9 классу, 10 прыгать уже программу мастеров, да. Ну, я смотрю, у вас новый тренер, точнее, ваш ученик, предыдущий, Дёка. Да, он вернулся, он уже тренируется вместе с вами. Значит, ну, в принципе, вы сами знаете, что мы выпускаем
Детей уходят мастера, кто поступает в технический вот, вуз, кто поступает в институт, вот, в Академию физической культуры и спорта Киевскую, кто в Харьковскую. Ну и, в принципе, получилось так, что они где-то после института работали все в цирках за границу. Но сейчас, с учетом ковида, военного положения, они вернулись. И, конечно, мы их начинаем приглашать себе, что, ребят, пора и помогать городу, надо работать. Ну вот уговорили Женю, он с сентября месяца устроился в спортивную школу, приняли его, и работает с детьми. Я ему дал группу вот этих ребят, которые стали чемпионами Украины, вот, и призерами. И он с этой группой работает. Почему? Потому что молодой, энергичный парень, поэтому... А детей учить надо, их все время страховать с матами, подсказывать им. Ну, а я как старший тренер руковожу этим отделением, подсказываю ошибки, учу их работать. Ну, и в основном сейчас обращаю внимание на подготовку молодых, смену готовлю, чтобы было какая-то преемственность среди учащихся. Ну, а так коллектив у нас дружный, мы работаем втроем. Правда, у нас был еще вот один тренер, наш воспитанник, Игорь Пасенко. Вот. Но он живет в Чернигове. И с учетом того, что проезд очень дорогой из Чернигова, Славутича в Чернигов автобусами, и он уволился от нас, потому что та зарплата, которая выплачивается, уходила ему на дорогу. Можно сказать, что в Чернигове появился филиал школы. Перспектива, да. Есть, да. Разве там сделать филиал? Ну, пока вот положение военное нам не дает это дело осуществить, да. Но я думаю, что когда-то же все равно появится, да. Война закончится, все появится, поэтому удачи вам, удачи и успехов. Мы терпеливый народ. Да. Я думаю, что дождемся того момента, когда будут наши воспитанники развивать батуты в Черниговской области. Дякую, спасибо вам. Спасибо вам, что вы пришли, что у нас есть, что вот эта возможность есть еще раз показать городу, что есть... Точка, есть Киевский ФО, где работают тренеры и готовят детей в прыжках на батуте. Поэтому многие даже вот сейчас вот приезжают или кто-то живет, многие даже не знают, что у нас есть. Да, я думаю, что они узнают с помощью вас. Да, спасибо вам большое. А 6 травня в рамках відкритих всеукраїнських змагань зі стрибків на батуті пам'яті героїв Чорнобиля відбулись змагання із синхронних стрибків. По закінченню змагань переможці отримали медалі. І п'єдестал пошани виглядав ось так –